волшебный зонтик всем хватит. Слушаем, как капает сильно. Кап-к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 ап. Спрятались, все закрыли. Я начну, наверное, сдалека, потому что все идет от моей бабушки. Она у меня родила 12 детей и воспитала их всех, да. Вот. Мама моя последняя. Мама моя всегда работала в детском саду. И когда я заканчивала школу, у меня не было... как бы даже думал, да, в другую сторону однозначно, я хотела работать в детском саду. Что у вас? Какие у вас здесь есть игрушки? Интересные. Какие вы считаете? Я думаю, что комики, настольная игра. Так, а ты как думаешь? Куколки. Здорово. За этот летний оздоровительный период у нас произошли большие изменения. Мы асфальт уложили, да? Бордюры, покрасили их, устройства оформили, метеоплощадки. Вот. Ну и самое большое наше достижение – это то, что за 2 года нефункционирования бассейна все же нам удалось его запустить. Самый главный мой успех – это люди, с которыми я работаю. Знать, как, чем дышит здесь мой коллектив, какие у них стремления есть, начиная от рабочего пищеблока, младшего воспитателя и заканчивая нашими педагогами. У меня достаточно большой коллектив, творческий.